жить, не хворать и добра наживать. Вот такие пожелания шлет сегодня вам деревенька. А по-другому-то и никак. И трудиться нет мочи без здоровья, да и добра не наживешь. Так что в погоне за урожаем не забывайте подумать и о себе. Присядьте, отдохните и включите деревеньку. Первый майский мед считают пчеловоды одним из самых целебных. Сладкий, ароматный первый мед отведаем вместе с деревенькой. Ну, если постараться, часа два. Ну, вообще, она должна сутки. Первый слой должен сохнуть, а потом мы наносим только оттенки. Лесные обитатели и сказочные персонажи выходят из-под золотых рук Екатерины Ступниковой. Вредный, вредный. Одна самка, более 200 завязей, вот две самки дерева могут все заминировать. Все, не будет урожая. Деревенька будет бороться с вредителями сада. Верим в победу. То, что на пасеке Валерия Степанченко самый разгар рабочего дня, можно понять по звуку. Тысячи пчел, жужжа в унисон, собирают с медоносов сладкий нектар. Много домиков. У меня 45 домиков, около 40 семей. Начал я заниматься пчеловодством в 1998 году. Купил два роя, купил два домика и начал заниматься пчеловодством. К концу осени уже мне было 4 домика, начал разводить. Все домики Степаныч построил сам. На пасеке есть даже вот такие авторские работы, выдолбленные из колоды. Обжигаю паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы не было ни инфекции ничего. Да, все убить все это. Вот. Нет ущелья, и даже лучше зимуют, чем у таких домиков. Никакой ни плесени, ничего. А эти пчелы – это карпатки. Они не злые, трудяги, как говорится. И работают они очень хорошо. Условия у меня здесь нормальные, я бы сказал. Справа лес и слева лес. В основном мед я получаю лесной. Говорят, все, что зарождается весной, вновь получает от природы самое лучшее и ценное. Первый майский мед считают пчеловоды одним из самых целебных. Его пчелы собирают из самых больших и самых главных медоносов – яблони, груша, слива, вишня. Первый майский мед мы сможем попробовать уже в середине июня, а то и раньше. Вот это у меня уже стоят наставки, или, как мы говорим, магазины для сбора меда. Видно сразу, что пчелки уже наносили меда. Видите, сверху? Это и есть первый весенний мед. Это весенний мед, но он еще не зрелый. Значит, для того, чтобы его откатывать, они должны эти соты запечатать. Вот тогда 80%, когда запечатка, вот тогда я беру и откатываю. Определяется мед также вот таким образом. Если он текет, то мед незрелый. Он должен держаться на месте. Вот уже печатка. Это запечатано, это уже зрелый мед. Вот это вот. А знаете ли вы, что за свое удивительное свойство долго не засахариваться, а также пользу для укрепления здоровья и лечения многих болезней, освященный в церкви первый весенний мед до революции в народе назывался церковным. Позже его стали называть весенним и майским, а неосторожное упоминание старого названия в 30-е годы могло грозить репрессиями. Как активно работают и бегут, а на лапках вон желтенькая, это пыльца. Они собирают цветочковую пыльцу и закладывают ее в соты. А потом сверху немножко меда, и это называется перга. Это для пчел, это называется пчелиный хлеб. Вот это мох у меня здесь. И я у мох заливаю воду. Они пьют воду.
А эта вода у меня подсоленная. Литр на литр воды, чайная ложка меда. Мох, он нейтрализует всякие болезни. Все. Никогда не заболеешь, когда будешь пить воду с мох, у мохи. Это мне отец еще сказал. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. А вот еще интересные факты из пчелиных будней. 200 пчел за день приносят ложку меда. Если медонос близко, то пчелка может слетать к нему около 10 раз. Если путь далекий, только 3-4 раза. Все остальное время пчела отдыхает. За сутки матка может откладывать до 1000 яиц, из которых через 21 день появятся молодые пчелки. Вот этот воск мы собираем и меняем на ващину. Вот у меня уже собралось вот где-то килограмм, наверное, 15. В прошлом году я сдал 25 килограмм. И купил у них 3 пачки ващины взял. Наверняка каждый из вас любит добавить ложечку-другую меда в горячий чай. Ну или вспомните, допустим, как вы лечите простуду. Тоже пьете молоко с медом. Но помните, лучше не нагревать мед свыше 50 градусов, иначе пользы от него будет, как от сахарного сиропа. Правда? Так точно, да. Лучше мед в прикуску. В прикуску, да. Ложку меда, глоток чая. Вот так мы. Сейчас мы так и будем есть. И булку мазать с двух сторон. Я чего не? Да, а еще мед делает нас счастливее и бодрее. Бодрее, да. В июне в деревеньке хлопот хоть отбавляй. Активизируются садовые вредители. Самое время с ними бороться. О том, как это делать, расскажет садовод Сергей Тарасов. По сливе, например, начнем. Чтобы были чистые сливы, обычно бывают сливы раз червивые, чтобы не было червяков, только завязались плодики, вот маленькие они еще с горошинку, нужно обязательно сделать обработку от плодожорки, потому что если пропустили, мы где-то вот увидим, что где-нибудь вот раз проколото, значит в этом месте уже будет червячок, слива уже будет нетоварная. Опасна не только плодожорка, в июне активизируется тля. В прошлом году здесь вот сидела тля, в этом году по сравнению с веткой, у которой тли не было, это вся в урожае, вся ветка урожая до самого кончика. А на этой мы видим, где находилась тля, даже листьев нету. Вот почему нам нужно бороться обязательно с тлей, чтобы получать стабильные хорошие урожаи. Еще один коварный вредитель – яблонный цветоед. Одна самка цветоеда, она может уничтожить более 100 плодов. Он маленький жучок такой. О, вот я достал как раз его, если мы увидим его на руке. Вот он сидит такой маленький, с хоботочком. Он подходит к цветочку, прокол делает. И что у нас получается? Вот такие цветы вроде цветет, а потом бац, смотрим, а цветочек не открылся, и такой куполочек, шишечка. А его мы уберем, а там уже вот он уже окуклилась, ну-ка вылазь, держится, не хочет выпадать даже он. Поверните немножко к нам, чтобы мы видели. Не хочет выпадать, вон они такие желтенькие, вот это еще куколка, а вот сам и жучок. Вот он побежал уже, готов, делает свою пакостную работу. Так что пора бороться. Лучше всего смешать средства от вредителей и болезней вместе. Можно будет сделать только одну обработку. Ну, я стараюсь, чтобы листва увлажнилась, просто вот произвести увлажнение листвы. Где я вижу скопление тли, там я более тщательно. А все остальное попало на лист и достаточно. Лист работает. Конечно, лучше обрабатывать рано утром или поздно вечером. Это сделать нужно до 9 часов утра, пока работает текурила листа. Или поздно вечером уже, ну не поздно вечером, а часов с 7, когда начинает открываться текурила, то есть такой процесс всасывания идет. Обработайте сад в деревеньке, и он порадует вас хорошим урожаем. Июня отмечали праздник зеленого вьюна, или как его еще называли, вьюнец. В это время проводили старинный обряд.
Поселяне собирались за околицей и толпой ходили по деревне, пели песни, которые прославляли молодожен, сочетавшихся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрище. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье на суженых. Как говорили, плели мыслями свое будущее. Молодцы же бились на кулаках и боролись один на один. 19 июня было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Пришел ларион, траву дурную с поля вон, говорили крестьяне. Ведь если вовремя не справиться с сорняками, то они сами тебя по миру пустят. Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть, приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну даже на лариона бесполезно, иначе сорняки опять свою силу возьмут. Кличев, недолго думая, чем удивить, устроил для могилевчан настоящую телепортацию в мир истории и искусства. Всем известный зеленый партизанский край гостей праздника встретил, как подобает, песнями «Партизан», «Костром» и «Ухой». Здесь ведь в каждой семье своя партизанская история. Мой прадед Роман, он воевал, получил 2 ранения. Контузия была, ему чуть не отрезали руку, то есть ампутировали, но в течение обстоятельств все обошлось. Все было хорошо, и благодаря ему появился потом мой дед, отец, ну и, соответственно, я. По традиции, ровно в 6 здесь заиграет музыка. Пока же есть несколько минут, чтобы пройтись по торговым рядам и отведать кличевских присмаков. Что у вас тут самое вкусное? Ну вот сальцы говорят. Драники. Драники, да. А это что? Это колдуны? Драники. Да. О, вот я вот хочу вот это. Завидуйте мне. Ммм, вкусно. У бабушки в деревне, да? Александр, да, это как у бабушки в деревне. У меня нет бабушки в деревне, но я думаю, что там так. А можно еще кусочек? Конечно. А это какое-то другое. Какая диета для белорусов? Они спокон веку ели сало, ели драники, завсёды были моцными, дужими, жили долго и счастливо. Творог, блины, колбасу, пироги разные, рулеты. Кличевская земля очень богатая. То есть вы хотите сказать, что самые домовитые хозяйки у вас? Даже не сомневаемся. За каждым плетеным лукошком и свежеиспеченными драниками стоит, безусловно, человек. Тот самый тутейший, которым и гордится по праву вся кличевщина, а вместе с ней и область. Людьми, которые любят жить, которые любят творить, которые ценят и очень трепетно относятся к своему прошлому, партизанскому прошлому. Ну и, конечно, те, кто пережили страшные годы войны, они с особой ценностью относятся к жизни настоящей, к тому, чтобы наша жизнь будущая была прекрасной. За кулисами уже готовятся к выходу и маленькие звездочки, и певцы земли со стажем. Первыми рвутся в бой малыши. Совсем не поп-звезды, что удивительно, а настоящие любители своего родного. Прабабушка моя, она постоянно песни всякие говорит, и мы постоянно поем их тут тоже с коллективом. Настя Лапунова же. Да, и Настя Лапунова, там девочки тоже бабушка нам постоянно. Она танцы, и там, она да, и вещи всякие такие дает, да, ту, которая как раньше были. Этна, которая фольклорная, старая. Ну вот говорят, что в песне душа народа. Вы согласны да, с этим? Да. Да. Она что ни делала, она все время поет песни. В лес пошла, песни поет. Везде, всюду она поет песни. Ну, а я, как говорится, мы дружим вот с такого возраста, но я за ней. А есть у вас какая-то вот ваша дружеская какая-то, очень личная песня, свойская? Давай подружку. Давай подружку, ему песню. А можно куплетик? Ну, давай. Подруга, споем мы песню, тряхнем с тобой стариной. Но почему-то песня не льется, может, не так уже поем. Поем тихо, чтобы не мешать коллегам на сцене. Сейчас они артисты, а в обычной жизни бухгалтеры, историки, экономисты и даже, да-да, тот самый Владимир Вакс, теперь уже с сыном и со скрипкой в руках. Неожиданные перевоплощения.
Таких неожиданных дуэтов и соло, обещают организаторы фестиваля народных талантов, в Могилеве будет немало. До конца года культуры на этой же сцене пройдет еще ряд концертов районных коллективов. Следите и приходите. На Белыничской базе отдыха «Глухариный ток» появились новые, нет, не постояльцы, жители. Вот эти замечательные лесные обитатели и сказочные персонажи. На базе нашего лесхоза проходил конкурс резчиков в Белыницкой НЭСКе, значит, после которого у нас осталось 9 фигурок, которые останутся украшать нашу базу отдыха. Просто замечательно. Есть ли у вас лично любимая? Есть. Покажите. Моя любимая фигурка – это лесовичок. Это работа нашего мастера Ругаля Святослава. И я надеюсь, что эта фигурка станет символом нашей базы отдыха. И обязательно станет ее оберегом. Да. В конкурсе участвовали мастера со всей области и оставили на Белонической земле частичку своего таланта и души. Здесь каждая фигурка по-своему неповторима. В каждой чувствуется какой-то авторский почерк. Каждый мастер использовал какие-то собственные приемы мастерства. Например, вот этот вот замечательный орел сделан исключительно бензопилой. Чтобы образ получился объемным и цветным, мастер леса и просто творческий человек Екатерина Ступникова покрывает фигуры пропиткой и обрабатывает наждачкой. Вот этот топтыга, кстати, победитель конкурса, уже готов. Катя признается, это ее любимая фигура. Может, потому что сделана первой. Чтобы довести работу до конца, времени уходит вроде немного, но это только на первый взгляд. Ну, если постараться, часа два. Ну, вообще, она должна сутки. Первый слой должен сохнуть, а потом мы наносим только оттенки. Это уже на следующий день. Вот. А потом наждачкой. Нравится вам то, что вы делаете? Ну, первый раз такое делаю. В принципе, интересно. А чувствуете себя причастны вот к пленэру, к этому? Ну, в какой-то мере, да, потому что цвет большую роль играет. То есть фигура – это из дерева, это одно. А когда она покрывается цветом, то это уже... полностью все становится другим. Вот уважаемые мастера придали форму дереву, а Катюша вселяет в эту форму душу, жизнь, да, и цвет. Если что-то с душою делать, она обязательно останется в работе. Всякий раз деревенька не перестает удивляться золотым рукам и широкой душе людей из глубинки. Напоследок новость на заметку аграриям. В Дании решили бороться с вредителями не совсем обычным способом. Над полями будут распылять божьих коровок. Божьи коровки – насекомые-хищники, главные враги тли. В отличие от ядохимикатов, которые убивают как вредных, так и полезных насекомых и могут накапливаться в растениях и человеческом организме, божьи коровки действуют избирательно и не наносят ущерб экологии. Распылять божьих коровок будут при помощи беспилотных летательных аппаратов. Практика использования насекомых-хищников не новая. Они сейчас довольно часто встречаются в крупных агрохозяйствах, которые специализируются на выращивании цветов, ягод и овощей. Вот такие новости в аграрном мире. Ну а нам пришло время говорить друг другу до свидания. А будет оно ровно через неделю.